Сегодня новая часть, и я почему-то снимаю всегда с одного места. Думаю, хотя бы поменяю какой-то краевид, да, чтобы вы что-то другое увидели. А то я постоянно, получается, с одного и того же места начинаю снимать. Сейчас с Ричиком идем прямо вот с вами в полицейское управление. Получается, ну вот вы видите, да, его стена. Сейчас будет вход. Мы тут с Ричиком входим, да, тоже, чтобы быть только одними, потому что мы не любим, когда на нас люди обращают внимание, а для них вот эта вот штука, конечно, очень такая необычная, и мы всегда в центре внимания. Поэтому мы с Ренюшкой немножко скрываемся. Взяла его на поводочек и говорю, о чем же сегодняшняя часть, о чем же сегодняшняя следующая часть, моя новая жизнь на первый шаг на новом месте жительства, да, на новой работе. Итак, давайте будем вспоминать 2004 год. И я с января месяца, после праздников, после новогодних, начинаю работать в компании Опра Мастер в должности специалист-аналитик по эффективности сбыта. Знаю я компьютер, да, я знаю, как его включить, я немножко знаю Excel, да, но в основном включить-выключить. Так как работать нужно было в 1С-ке, то ко мне приставили девочку Алину, с которой я познакомилась, она работала на фирме помощником бухгалтера. Между нами, говоря, да, старшие куда пошлют. И работала, и она меня, получается, учила 1С-ке. Мы с ней подружились, она такая была немножечко, ну, не то чтобы агрессивная, она была какая-то немножко такая, знаете, как, ну, вот есть люди, которые быстро со всеми разнакомливаются, им интересно заводить новое знакомство, да, это один вид людей. А есть люди, которые не быстро со всеми разнакомливаются, им легче быть одними, да, чем... Ой, я перехожу дорогу в неположенном месте, поэтому так оглядываюсь, простите. Вот тут вот мы в основном гуляем. Это все возле нашего дома. Везде очень много растительности, травы, поэтому, скажем так, далеко ездить не надо, да? Сейчас отстегну своего малыша. Беги. И буду с вами дальше продолжать. Итак, смотрите. Познакомилась я с Алинкой. Сказать, что мы прям вот сразу подружились, нет. Но она была достаточно такая, скажем так, юмор любила, любила поржать, пожрать что-то вкусненькое. Мы потом с ней уже приучились там ходить на обед. То есть у нас было так. Перед обедом мы закупаемся сначала где-то час в магазине, выбираем что-нибудь избранное, чтобы мы ели. И затем еще час это готовим и хаваем на кухне. Ну, в общем, расслабились конкретно. Но это не потому, что мы обнаглели, а потому что, ну, такие зарплаты платили, поэтому мы хотя бы таким пользовались, такой услугой, как готовка пищи. Ну и готовили там чуть ли уже не макароны с какой-то подливой мясной, но уже был перебор, конечно. Но кухня была классная, все удобства, да, там микроволновки, газ, плита, было мало, по-моему, кастрюли, сковород. Ну, я, насколько помню, мы ничего не приносили из дома. То есть это была жилая трехкомнатная квартира, которую купил Виктор Иванович по совместительству муж Татьяны Васильевны, да? Таньки, тети Светиной дочки, другими словами. И он ее, скажем так, отдал под офис, да? Ну и мы в ней тусовались. Работала я на промастере, да, забегу немножко вперед. Работала я там 4,5 года, чтобы вы понимали. То есть это был мой дом 4,5 года. Ну, значит, в 1С-ке работать я научилась не быстро, но научилась. Так как времени у меня было полно, я два раза в неделю... Подожди, мы раз в неделю, по-моему, или раз в две недели ездили в регионы, это Мукачево, ну, то есть вся Западная Украина. И я обзванивала всех клиентов, вот, предлагала им стеклосетку, предлагала им алюминиевый уголок с сеткой,
Потом, ну вот, в общем, мы занимались перепродажей. Потом еще была пена, всевозможные комплектующие, то есть полностью все стройматериалы. Но мы их продавали не для строителей, а мы их продавали для дальнейшей перепродажи. То есть на Западную мы ехали, везли людям продукцию. Вот, также мы заправляли бензином водителя, платилась зарплата водителю с этих денег, да, и какая-то там частичка оставалась Виктору Ивановичу. Ну, скорее всего, половина, то есть 100% каких-то мы зарабатывали, плюс с этих 100 надо было еще раздать все. Но никто ничего, маржинальность эту не считал, мне показали, как мы работаем, работали, скорее всего, по накатанной, да, просто раньше было больше клиентов, сейчас их становилось меньше. Но так как Максим ушел, то я стала вместо Максима. Тяжело ли мне было? Сначала было страшно, потому что я не знала, да, что такое уголки, стеклосетка, 2 на 2, 4 на 4 и так далее, 10 на 10, что это вообще такое, чем она отличается и так далее. Потом я все это, конечно же, выучила, и мне было, на самом деле, я чувствовала себя в своей тарелке. Я на самом деле, ну вот, всю жизнь что-то продаю, и... Ну, я так понимаю, что это мое, мне это нравится, потому что я могу рассказать о товаре. В основном люблю продавать товар качественный, ну, наверное, как и все, да, кто любит продавать Г. Что-то некачественное, что-то втюхал, потом тебе там проклинают, говорят, фу, Наташа, не звони сюда больше, ты продала мне говно. Ну, понятно, что это никому не нравится. Это было абсолютно другое общество, как я сразу подумала, да. Что именно? То есть... Я хотела перейти, скажем так, с рынка в офис для того, чтобы повысить свой статус. Потому что на рынке там торгуют барыги, да, то, что у нас еще осталось со времен перестройки, да, такие мнения. В офисе все-таки работают менеджеры по продажам, это совсем другой уровень, это оптовые продажи, ну и как бы... На самом-то деле это очень, я поднимусь очень даже в своих глазах, ну и, соответственно, в глазах других людей. Что же произошло на самом деле? Когда я пришла в компанию, это была такая компания семейного типа, какая-то такая местечковая, то есть была я менеджер, была Алина, которая по совместительству была племянницей Виктора Ивановича. Виктор Иванович это был муж Татьяны Васильевны. Ну, а Татьяна Васильевна дочка тети Светы. То есть я попала в команду родственников. Ну и кто прав, кто виноват, конечно же, родственники правы, а вы, конечно же, виноваты. Ну, на самом деле, ничего никто меня там не травил, ничего такого не происходило. Просто сам факт, да, когда ты находишься в такой компании, ну, о каком развитии может идти речь. Но я попробовала работать в промастере, и не зная, ну, знаете как, не было опыта, то есть у меня не было практики, я устроилась сюда в 2004-м, я думала на тот момент, что я схватила Бога за бороду, и, ну, мне было комфортно на тот момент, когда я только пришла работать, мне было комфортно. Я когда, знаете, вот попадаешь на какой-то новый уровень или попадаешь в то место, где ты еще не был, ты, значит, ведешь себя очень так скромно, интеллигентно, улыбаемся и машем, называется это мое состояние. Потом, когда я разнакомливаюсь, открывается мое настоящее лицо, да, что, ну, как бы, что у меня тоже есть свое мнение, что нужно вот так, вот так и вот так. Ну и чем дальше в лес, тем больше дров. В плане, чем старше я становлюсь, тем больше я свое мнение это высказываю и показываю, и тем быстрее я уже адаптируюсь, да. На тот момент, когда я пришла, конечно, я все смотрела, ушами хлопала и училась. Значит, постепенно, вот так вот, мне очень нравилось работать. Мне, значит, дали ставку $100 плюс процент от продаж. $100 это было уже больше того, что я получала в магазине, да, тут кормили раз в день, то есть я вообще могла дома ничего не покупать, не есть там, ну как, такой я едок, там, я не ем, да, там 25 раз в день, поэтому для меня той еды, которая была на работе, вообще было предостаточно.
Потом, значит, немножко сдружившись с Алиной, она мне давала уже там шмотки какие-то свои таскать, она так модно одевалась. Потом я узнала, что мама Алины, Лариса, в Италии живет, на Сардинии. Я так до сих пор не знаю, как правильно говорить, если честно, Сардиния, Сардиния, не столь важно. Я думаю, что все вы знаете, где это, да? Это Италия, и есть такой полуостров. Вот. Там живет очень много богатых людей, у которых есть свои яхты, заводы, пароходы. Вот, и они там просто балдеют. Вот, скажем так, такой, ну, какой-то может быть бизнес, если брать конкретно Сардинию. Это обслуживающий персонал. Если у тебя будет бизнес, то это значит, должна быть у тебя своя прачечная, химчистка, потом отельчики небольшие и так далее. Вот на этом можно заработать. Потом, значит, ремонт яхт. Потом, ну, что ты еще можешь предложить людям, которые придут на Сардинию? Ну, вот эти вот все развлечения. Кафешки, бары и так далее. Вот. Это тоже мне было очень интересно, потому что, ну, представьте, как Италия, для меня вообще Киев, это предел мечтания. Тут человек за границей, а тут он вот в таком вот месте живет, он общается с этими миллиардерами. Ну, конечно, мне было это тоже... Ой, я знаете, что снимаю? Вот на заднем плане вот такой красивый цветок, он так заплел прям вообще аж до потолка все место, ну и, конечно, классно. Выглядит классное дерево получилось. И значит, что еще хотела бы сказать по поводу того, что мне нравилось в промастере. Эта часть такая небольшая будет, маленькая, да, чтобы не растягивать. Потом расскажу еще больше об этом в следующий. Какое-то время я же вам говорю, я просто кайфовала к Вите, к Виктору Ивановичу. Приходило столько друзей. И, значит, все знакомились, всем я нравилась, потому что раньше был мужик, тут посадили девочку, посадили меня, значит, на входе, я всем открывала этот домофон, и все ж такие: «Витя, кто это?» Да-да-да, ну я ж намазюкаюсь, там ресницы до волос такие здоровые, да, там на пол лица глаза, и все ж такие: «Ой, какая девочка, а кто это, а что это?» Ну и вот так вот мы и общались. Мне нравились эти люди, я понимала также, что они бизнесмены, да, то есть у них есть тоже какие-то вот такие бизнесы, как у Вити. И я в этом всем варилась. То есть я знала, где товар закупается, я знала, почем он продается, у меня были все клиенты на руках. Потом оказалось, что у Вити было 4 или 5 менеджеров еще до его знакомства с Таней. И что была еще одна квартира, где он жил. И вы знаете, что произошло? Менеджеры убежали, покрали клиентов у Вити. Ну, как покрали? Клиентов нашли они, но работая на Виктора Ивановича, да? А потом, когда они ушли с компании, они с теми же поставщиками остались работать, только клиенты ушли с ними. Ну, вы знаете, вот на тот момент это вот перекупка была, да? На тот момент вот эта вот перекупка становилась все сложнее и сложнее. И те люди, которые пооткрывали оптовые склады и продавали оптом, у них уже были другие условия. И когда ты закупал 10 ящиков пены, для тебя была одна цена. И когда ты закупал 100 ящиков пены, для тебя уже была другая цена. Да? То есть опять-таки рынок перестраивался. Вот на таком вот этапе я вошла вот в это менеджерство, да, на тот момент. То есть вот в 2004-м это был такой еще один переходный момент из одного состояния в другое, состояние рынка, я имею в виду, состояние экономики вообще всей страны в целом, когда многие менеджеры по продажам, таким вот образом, это перекупки, это все, скажем так, ну, настолько шатко, сегодня ты хозяин ситуации, да, там, и у тебя есть какая-то компания, а завтра ты понимаешь, что у тебя нету ни клиентов, и тебе некому продавать то, что ты продавал ежедневно. Почему? Потому что, ну, все было открыто. То есть все могли тебя легко дублицировать, да? То есть не было таких каких-то непонятных схем, когда ты вообще не понимал, что и как. Но так как я такая вот вся честная, такая вот вся из себя
благодарная, но я на самом деле была очень благодарна тете Свете, Таньке, что они меня вытянули с этого променя, с этой ужасной жизни, где я жила. Это было состояние, знаете, уже все, блин, хуже некуда. Это было состояние, когда ты понимаешь, что ты в жопе, но при этом сам ты ничего изменить не можешь. Почему? Потому что, ну, ты знаешь, что ты тут не хочешь быть, но не знаешь, как все это поменять. Вот так произошло со мной, и я по сей день на самом деле благодарна этим людям, как бы там ни было, как бы то ни было, да, что потом там случилось, я расскажу. Но все началось с того, что они мне помогли с этим промастером, со знакомством с Виктором Ивановичем. Ну и я нахваталась очень много полезного для себя, для своего опыта, для своей жизни. Сегодня я хочу с вами попрощаться. Сегодняшняя часть «Транзит Каховка Киев» заканчивается. В следующей я вам расскажу, что же было дальше. Всем пока!